Прывітанне, сябры. Вы, канешне, сочыце за грамадска-палітычным жыццём у краіне, і я думаю, многія з вас ужо заўважылі, што апошні час пра сябе стала заяўляць такая даволі новая, цікавая, нікому раней невядомая група. Яны называюць сябе жывымі чалавекамі, людзьмі суверэннымі, грамадзянамі СССР. Многія ўжо паспелі запісаць іх у нейкія агенты Москвы, ці ў савецкія патрыёты, ці ў нейкую іншую пакласці іх полачку, як бы класіфікаваць гэты палітычны рух. А мне стало цікава, хто ж гэта такія, бо ўсе мы ведаем, што ёсць там апазіцыя, ўсе ведаюць, што ёсць анархісты, ёсць там нейкія прарасійскія рухі, а вось гэтае нешта не пападаюць ні ў якую з існуючых класіфікацый, бо не зусім зразумела, на якіх прынцыпах яны стаяць, чаго хочуць дабіцца і якая ў прынцыпе іх ідэалогія. Для таго, каб разабрацца ў гэтым і даведацца, што гэта за новы такі палітычны рух расце ў нас у Беларусі, я паклікаў у студыю прадстаўніка непасрэдна гэтага руху. Яны называюць сябе «Абшчыны Белай Русі», альбо ёсць у іх таксама праект, называецца «Варта». Алексей, знаёмцеся, сёння ў нас у студыі і будзе расказваць пра свой рух жывых чалавекаў, грамадзян СССР, ці як яшчэ яны сябе называюць. Прывітанне, Алексей. Коль, привет. Я как бы на белорусской мове, ну, мне сложнее, потому что я не настолько ведаю белорусскую мову, как Коля, поэтому по-российски буду с вами. Всем привет, меня зовут Алексей, я с Гомеля приехал сегодня, вот как мы договорились с Колей встретиться, пообщаться и ответить на его вопросы. Ну, я думаю, это вопросы, они как бы даже не от него, а сходят от вас тоже. Расскажи, как называется той политический рух? Ці тая суполка, якую ты представляеш? Таму што я вось бачу, напрыклад, з аднаго боку абшчыны Белай Русі такую суполку ў кантакце, з іншага боку, я ведаю, у вас зараз ёсць тэлеграм-канал «Варта». Дарэчы, спасылку зможаце пабачыць у апісанні і самі зацэніць, паглядзець, што там падабаецца, не падабаецца. Што ў вас за група, раскажы? Ну смотри, опять, я тут немножко разделяюсь на два фронта. Действительно, телеграм-канал «Варта» и объединение «Варта» – это одна тема. Вторая тема – это, как ты говоришь, суверенные, живые люди и прочее – это другая тема. И они не соприкасаются. В каком плане? Если говорить об общинности, то мы есть группа людей в Гоме, ну, она по всей Беларуси, и в России, и на Украине, которые как бы не признают себя как физические лица, а признают себя как живые сущности, не коробки, не ящики, какие-то материальные физические объекты, а люди, имеющие душу, дух. «Варта» — это более такой проект именно экономического характера. То есть мы совместно с ребятами пытаемся найти способы, как улучшить жизнь в стране, опираясь на сегодняшнюю ситуацию, то есть не эфирически как-то, типа, вот, ребята, давайте возьмем какую-то идеологию и будем ее развивать, а основываясь на том законодательстве, которое сегодня есть, основываясь на тех экономических принципах, фундаментах, которые сегодня есть, как с наименьшими затратами, с точки зрения вот этих перемен, улучшить жизнь каждого из нас и Беларуси в частности. Ну, давай пачнем все ж таки з вашого такого ідейного базиса. Ты кажеш, живые люди. Да. А что ты вкладываешь в это понятие? А остатки, что мертвые, эти что? Ну, смотри, если брать фундаментальный принцип, это не я даже кажу, это нам даже государство это навязывает. Конституция, которая, я считаю, что она написана нам за деньги, я думаю, в Германии там где-то заказывали еще, там четко прописано, ни в одной статье Конституции нет такого понятия, как физлицо. Там есть понятие, третья статья, например, народ является единственным точком власти. Люди-народ, люди-народ. Когда мы переходим на законодательную базу, любую, вот каждый из нас участник дорожного движения, допустим. Закон о дорожном движении, третья статья говорит, участником дорожного движения является физическое лицо. Слово «народ», «люди» уже не участвуют ни в одном, ни в УПК, ни в ГПК, нигде. То есть там уже почему-то мы стали все физлицами. Если мы возьмем и перейдем в мировую какую-то практику юридическую, например, тот же римское право, которое никто не отменял, оно в принципе работает, может немножко под другими форматами, там четко написано, физическое лицо это примерно равно рабу, это человек без каких-либо прав вообще. А человек, какая, где такое написано? В римском праве. Я ссылку дам, если интересно, как бы есть статья, где написано, что физлицо... А как это... физлицо на латыни? Ну, там это написано, как есть у них разделение на четыре группы людей, и вот самая низшая группа – это рабы, есть повыше группа – это как физлица, то есть это не рабы официально, но это люди, они свободные, но они не имеющие никаких
прав. Они имеют только обязанности. Не будем там ускакивать. Хорошо, да, давай о том, что есть сейчас. Нет, давай трохи вернемся назад. Ты кажешь, римское право никто не отменял. Да. Однако любая правовая система існує у межах той державы, у якой она была створена. Римское право было створено, коли не помиляюсь, у Римской республики, потом перекочевало у Римскую империю. Угу. Римской империи больше нема, отповедно нема больше и римского права. Его выучают як предмет у, на юридичном факультете, да, там и так далее, але уже нема той империи, якой право это нечто регулировало. Тому, тебе не подается троху дивно спосылаться на норму римского права у Беларуси 2019? Я вижу, что вся мировая правовая система основана фундаментально, берет из римского права, из морского права, континентального, причем континентальное практически не применяется сегодня, а именно берется морское, адмиралтейское, английское право. И римское право сегодня перекочевало в то же UCC, американские торговые сделки и прочее. То есть оно применяется. Его никто не отменял. Нет такого понятия, как отмена. В Конституции Беларуси прописано четко, 7-я статья, если я не ошибаюсь, или 8-я, что принцип международного права является основой. Почекай, зараз мы уже кажем про международное, лишь все-таки международное. Я говорю о том, что это международное право. То есть ты лично, что международное право все было позаимствовано с римского? Я думаю, что римское право было фундаментом, на основе его уже адмиралтейское английское морское право выстраивалось, а на основе уже адмиралтейского те же UCC выстраивались. То есть UCC, Universal Commercial, как он там, точно не помню слова, развернуто, это то право, по которому сегодня живет мир, то есть такая, торговое. Але у римском праве, например, женщина и дети были власностью мужа. Зараз мы бачим, что этот принцип абсолютно поменялся. Было понято раба. Зараз, признаемся, официально, да, я не будем глядеть по факте, але официально один человек не может продать во власность иншага. Это уже, сгодися, певный прогресс, правильно? Мы видим по факту, что так происходит. Я б сказал так, что люди худшей продают себе в рабство вымушено, потому что яны вымушены нечто есть. И таким чином яны сдают себя у аренду на 8 годин тому, кто мае капитал. Але гэта уже іншая рэч. Тобок, так ці інакш, можна сказаць, што да, пэўныя прынцыпы, там, напрыклад, прынцып аб тым, што нельга караць двойчы за адно і тое ж злачынства, прынцып, давно уже учился на юрфаку, забыўся, гэта ўсё. Іншыя, так, яны пазаімствованы з частного права римского. Аднак жа, пытанне аб тым, што яго ніхто не адмяняў, не было так, такой пастановы з сённяшняга дня, все рымскае права адмяняецца. Поль, я понял пытанне, смотри, как я это вижу. Я это беру с точки зрения той практики, которая происходит в моей жизни. То есть я на практике вижу, например, как действуют наши суды, которые являются, по сути, обычными английскими судами. Английскими. Вся атрибутика... после развала Советского Союза у нас позаимствована вся атрибутика английского суда. Это и мантии, это и молоточек, это и фемида. То есть, опять-таки, перегородки, посмотри в суде. Это берется из адмиралтейского права. Вот эта перегородка, которая между судьей и людьми в форме ограждения корабля, вот этого фрегата и прочее, она осталась. Если ты возьмешь принцип английского суда, ты посмотришь, там все прописано. И когда, это мое мнение, что в 91-м году все страны бывшего Советского Союза, проиграв холодную войну, стали новыми колониями нового типа, англосаксонскими, то первое правило, которое Англия, приходя в любую страну, в свою колониальную, говорила о чем? Мы с вами будем совершать торговые сделки только после того, как у вас будет здесь устроен английский суд. Потому что наши продавцы должны быть своим правом английским здесь полностью иметь все гарантии. Секунду. Але ж есть две системы права. Ангельская, так, англосаксонская и континентальная. Так Беларусь по всем признакам относится до континентальной, а англосаксонская – это иншая. Ты правильно я разумею, что ты на подставе того, что у наших судей подобная на ангельскую, не такая же самая, але подобная, на ангельскую мантия и убранство внешнего суда делаешь в основу, что у нас ангельские суды, бо таким чином можно зробить в основу, например, коли военная форма белорусская, подобная на военную форму там, французской, то у нас французская армия. Нет, я основу делаю, это как один из признаков того, это форма и атрибутика. Я говорю о том, что вся система права, я считаю, у нас является неконтинентальной. То, что я изучал по адмиралтейскому морскому и континентальному праву, я понимаю, что континентальное право сегодня в мире практически нигде не работает. Нас признают именно как
как судно. Республіка Беларусь. Ты прыхільнік кантынентальнага права, і тебе не падабаецца, што нам навязалі. Я вообще не к тому, что мы славяне живём суверенно здесь, на этой территории. Нас по сути захватили, я вижу, и нас признают просто как унитарное предприятие, то есть как судно. Республіка Беларусь является все признаки наши эти аусвайсы. А кто признаёт? Я говорю о том, что сегодня, нас после 91 года, я вижу, что мы являемся, по всем признакам, являемся колонией нового типа. Нам не дают развивать экономику, полностью управление. Кто не дает? Англосаксонская вот эта вот коалиция, мировое правительство, можем назвать его, еще как-то. А с кого оно складывается? Комитет 300, там, Бультервейский этот клуб, я не могу сказать об этом, я не знаю, но я смотрю о результатах. На сегодняшний момент я вижу, что все правители на постсоветском пространстве являются ставленниками и поставленными управляющими. Сусветного урада. Ну, я думаю, что полностью весь контроль идет откуда-то оттуда, либо это Англия, либо это Штаты. То есть... А на подставишь его, ты так пишешь? Смотри, идет явное снижение, то есть... Деградация идет население, она не просто так присутствует. Мы не просто так случайно видим, что треть всех магазинов завалена алкоголем. То есть я вижу, что совершается геноцид на этих территориях. Олег, явный. Это нам не американцы сюда его завезли, его продает нам Лукашенко. А и Лукашенко, это... я считаю, он настолько далек умственно от того, чтобы это делать, что это просто выполнение функций. А и... это хиба такая складанная задача? Это же видовочно, что ты, когда ты хочешь, чтобы громадство твое не бунтовало, не раздумало, залей его водкой, то же самое практиковали еще у царской империи, а хиба Российской империи, а хиба цар был марионеткой англосаксов так само? Ну, смотри, я думаю, что с времен Петра, да. Вот когда Петра, ну, мое мнение, что Петра сменили, когда он уехал в Голландию, то приехал совсем другой парень оттуда, который уже стал фанатом там судоверфи, кораблей, свою жену сразу отправил в монастырь, ни разу не повидавшись. С того часу нами керует англосаксы. Я считаю, что да, управление было с того времени, и оно, возможно, только исчезло в момент... Советского Союза. И то не факт. То есть троцкисты это однозначно были ребята оттуда. Сталин был нормальный. Смотри, про Сталина не могу однозначно сказать почему. Двуяко. С одной стороны репрессии, которые нельзя отменить, которые были по факту. Но с другой стороны выстраивание экономики. Я не сторонник того, что любыми средствами делать государство сильным. Для меня основа это человек. Угу. Все делается для человека. Но мы видим по факту, что к 1953 году у нас была сверхмировая держава. По факту, самая ведущая держава в мире. Да, она базировалась на ядерном атомном оружии, а не на каких-то народных потреблениях. Смотри, в 1937 году Сталин взял страну, грубо говоря, с сахой. Оставил с атомной бомбой. У нас это было написано на аутоподручнике. Не, ну подожди. Индустриализация вся прошла с 37 по 40 там какие-то года. А ты памятаешь, что такая же самая индустриализация отбылась в Англии, только она называлась троху по-иншему? Я более чем уверен, что как бы вся индустриализация вся прошла на американские деньги. Так и есть. Они продавали зерно за межу, а отремовывали. И еще плюс, мы еще должны до сих пор. По ленд-лизу, я думаю, что Россия до сих пор расплачивается. Так, так и есть. Как бы, то есть тут... И, понятно, управление было всегда на этих территориях. Просто иногда оно было меньше, больше, но с 91 года, судя по тому, как развивается наша страна, у нас деградировала система образования, медицины, вообще все. И я уверен, что сегодня в Республике Беларусь проживает не 9 миллионов человек, как нам пытаются навязать, а хорошо, если 5. А ты лишишь, что до 91 года в Советском Союзе мы жили лепее, чем живем нет, зараз? Нет. Я, вот эта тема, ты опять касаешься темы Советского Союза, что у нас многие пишут о том, что мы какие-то фанаты в совок вернуться, там, восстановить СССР. Нет, этого нет однозначно. Мы говорим о том, что, и я лично, о том, что я гражданин СССР, только исходя из того, что у меня есть единственный документ, который подтверждает мое гражданство. Это свидетельство о рождении. Где четко написано, я такой-то, такой-то, гражданин БССР. Других документов о гражданстве у меня в жизни не было. И поэтому я всем говорю, что, ребят, это не то, что я хочу. Так получилось, что я родился в СССР, я гражданин СССР. А вот аутсвайс синий, который мне выдали, я не писал заявление о выходе из гражданства СССР, я не писал заявление о входе в гражданство в РБ. Но мне выдали какой-то, навязали синий аутсвайс, который по всем признакам является просто проездным документом по этим территориям, по сути, по унитарному предприятию, как по фирме ходить можно. Как бы, и поэтому я говорю, но я не ратую за восстановление совка. Я еще раз говорю о том, что я сторонник того, что основа государства, как прописано даже в Конституции, является человек. И все, что мы создаем вокруг,
вокруг, это только для того, чтобы человеку жилось интереснее, веселее, защищеннее, лучше, счастливее и прочее. Совок – это была как раз-таки та машина, которая человека делала просто винтиком, каким-то механизмом, и ради чего это было сделано, мы не понимаем сегодня, потому что вот 70 лет развивались, и все за 15 минут развалилось. Ну, вот это добро. Принамсі, гэты пункт ты, скажем так, прояснил, да, это уже... Але я вернуся все ж таки до питання сусветного уряду і Більдербергського клуба і всього інстатня. Ти мусиш розуміти, що ось менавіта гэтая конспірологія, перакананасць у тым, што ўсё ў свеце гэта нейкія там пройскі нейкіх там амерыканцаў, там рэптылоідаў, яшчэ кагосьці. Не, про рэптылоідаў мы пока ещё не затрагивали. Но насамрэч гэта ідзе ў адным шэрагу. Да, калі мы ўключым РЕН-ТВ, там ці нейкія расійскія тэлебачанне, да, то мы бачым, што Більдербергскі клуб ідзе ў адным шэрагу з атлантамі, рэптылоідамі, аннунакамі, нібіру і гэтак далей. То бок, я все ж таки лічу, что треба у своих політичних помкненнях, політичних разважаннях аштурховуватися от фактов. Ти кажеш, що ти докладно не ведаєш, що хто ось гэтых людей, які дзёргаюць за ниточки і керують светом. Так калі ти їх не ведаєш і нема ніяких конкретних фактов, які б казали об їх існуванні, може сапраўды їх і нема. Бо гляді, ось ти колись ти був на керовних посадах? Был бизнесменом. Конечно, правильно? Да. У меня в подчинении было большое количество людей. Сколько? До 100 человек у меня компания была. И ты бачил, как тяжко керовать сотни человек? Особенно на наших территориях. Теория конспирологов. Отрымовывается, что некие там 10-15 человек, ну допустим, сигнал 20, это сусветный урад, да, он керует не то, что сотни человек, а 7 мільярдамі, якія яшчэ раскіданы па розных краінах. У кожнай краіны свае інтарэсы, у кожнага кіраўніка свае амбіцыі. Акрамя таго, у кожнай краіне ёсць кіроўныя клікі, кіроўныя элітныя там групоўкі, кожная з якіх цягне ў свой бок, кожная з якіх сядзіць на нейкіх ресурсах. Я понимаю, що ты говоришь, гэта, да, я прекрасно понимаю. Як магчыма кіраваць гэтым? Элементарна. Деньги. Грошы, так, долар мае США за кошт эмісіі долара мае велізарную ўладу. Аднак зноў жа мы бачым, што ёсць пэўныя групы і краіны, якія ў сваіх дзеяннях не лічацца з воляй США. Хаця, канешне, паўночная Карэя. Канешне, мы можам зараз правесці канспіралагічныя тэорыі аб тым, што насамрэч яны лічацца і ўсё перад намі разыгрываецца толькі спектакль. Аднак зноў жа гэтаму няма ніякіх доказаў. Вось, таму я ўсё ж такі лічу, што свет, ён збольшага на сёння хаатычны. І няма ніякіх доказаў таго, што гэты сусветны ўрад, які прямо такі кіруе ўсімі, ён існуе. Але я згоден з табой, што ёсць групоўкі эліт і ёсць моцныя краіны, якія як мінімум спрабуюць гэта рабіць, спрабуюць кантраляваць астатніх. У тебя видение такое, а у меня видение то, што сегодня реальна эмісія долара, то есть процес глобалізацыі не заметіць сложна. Он идет явный. Сегодня контроль всех предприятий, то есть сегодня не дает развиваться. Если ты в Республике Беларусь открываешь фирму, которая какой-то имеет, начнет иметь вес, то все произойдет так, что эта фирма на мировой рынок не выйдет, потому что она никому не нужна. И я сегодня не вижу, например, примеров на постсоветском пространстве предприятий уровня там Гугла, там Амазона и прочее, которые, если это предприятие где-то поднимается или еще, то тот же Яндекс, например, да, то это явно просто вот, ну, там коллаборация полная идет, Google, Яндекс и прочее. То есть я сегодня вижу процессы глобализации, которые кем-то управляются. Это не само собой хаотичное явление. Управление идет через эмиссию доллара, через деньги. Проблема наша в том, что мы настолько погрязли в этой погоне за золотым тельцом, то есть мы не видим вообще принципов построения жизни, основы жизни, для чего мы живем, куда мы стремимся, каких результатов хотим достичь. Нам навязали идею стремления к обозлочению, к богатству, и мы идем. И на этом пути мы готовы свернуть как бы любые как бы преграды о том, что мы суверены, о том, что мы нормальные, свободные люди. И я вижу, что процесс глобализации не случайный. Это управляемый процесс полностью. Чего? Ну смотри. Сегодня все страны мира практически, ну, Северная Корея, да, это отдельный вообще экземпляр, но я не могу ничего говорить, почему. Я не был там никогда.
Я не знаю, вообще существует ли она в том виде, в котором нам преподают этими осколками информации. Что там на самом деле творится? А мы ничего не ведаем, потому что Украина закрыта. Вот про это мы и говорим. Я не сами закрыты. Может быть, она существует. Может быть, это проект, опять-таки, знаешь, такой, как это... один из маркеров управления. То есть, типа, ребята, вот показываем, они сами по себе, и у них ничего не получается. Видите? Вот вам пример Северной Кореи. Вы хотите как Северная Корея, как нам этот наш любит говорить? Вы хотите того, как на Украине? И для того, как показать нам этот приклад, сусветные элиты тримают целую Украину с ядерной зброей. Да? Вот а не факт, что она там есть. Это как то возможность, то, что возможность там сейсмографы фиксируют там ядерные опять-таки, кто сейсмологией управляет? Я о том говорю, что я не могу это проверить. Лично я этого не слышал, не видел, взрывов не можно видел. Можно тогда сказать, смотри, что это как... человек в космосе не был, ты же так само не башу. Можно сказать, что Земля под куполом, им плоская. Возможно, я тоже сторонник этих теорий, что возможно Земля и космоса плоская. Нет. Я говорю о том, что она может быть вогнутая, выпуклая, плоская. То, что я не видел своими глазами, то, что я не могу проверить, но по поводу космоса у меня тоже много вопросов. Того, почему у нас не могут просто вести онлайн-съемку, почему... смотри, я сделал для себя... Почему в сенсе не могут вести онлайн-съемку? Ну, и такое не существует. Как. Смотри, есть такое понятие. Ты видел в съемке с космоса? Это такое, ну, сферическая Земля показывается. Я для себя просто сделал такую фишку. МКС летает на высоте 200-400 километров. Ты это об этом знаешь? Ну, конечно. Да, 200-400. Если ты нарисуешь Землю на компьютере, даже где, с радиусом 12, ой, с диаметром 12 тысяч километров и 200 километров от нее отлучишься, то не существует ни одного объектива, который с высоты 200 километров сможет полукруг дать. Это как будет плоскость, это как ты взлетишь над лесом, знаешь, и снимешь, и ты увидишь полукруг. Такой фотки сделать невозможно. Это слишком маленькое расстояние. Там настолько вот круг. А все фотографии из космоса. Это все. Элита потом... Я считаю, что это все НАСА, ну, эти фотки прорисовывают. Может, они там и летают. Все фото из космоса. Ну смотри, я инженер-электронщик по образованию. Нам говорят, что у нас есть спутниковая связь. А геостационарная орбита — это когда спутник зависает на одной точке и крутится вместе с Землей. Да? Геостационарная орбита находится на высоте 30 тысяч километров. Угу. 30 тысяч, чтобы ты понимал. Это очень высоко. Ну так. Если мы возьмем обычные процессы электроники, чтобы 30 тысяч километров сигнал пробил, да, во-первых, задержка просто там минуты, десятки Почему минут. Минуты? Сигнал же идет. 30 тысяч километров, вот именно, посчитаешь, если скорость света. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Совершенно верно. Тобок я носит есть тело. А, ну да, пару секунд. Ну смотри, но вопрос есть в физике, есть такой закон. Мощность сигнала пропорциональна квадрату расстояния. То есть при 30 тысяч километров сигнал должен иметь там сотни мегаватт мощности передачи туда и обратно. Спутник размером с эту комнату не может передавать сказать, информацию такое... такой мощности. Ага. То есть ну и таких много вопросов противоречий. Но я об этом не могу говорить точно. Почему? Я это не видел, это домыслы, теоретические выкладки. Ага. Поэтому тему космоса, куполов и прочего я как бы стараюсь не поднимать. Это такая, знаешь, тема из серии «Можно спорить ни о чем долго, но мы никогда не придем к общему мнению». Ну, это цікаво, просто коли користать той поход, подход, який ты користаешь, то мы можем отмолять, в принципе, абсолютно все науковые веды, потому что зараз человечество накопило уже такую колькость ведов, что мы не можем все их проверить эмпирично. Да, основание атомов, бактерий, вирусов, хворобов, там, круглость Земли, наявность космоса, абсолютно все мы не можем постичь цяхом своей человеческого життя. И когда мы будем так ставиться, то мы можем застрять в том, что мы только верим и ведаем то, что бачим вокруг себе у даденную хвилину, и все остальное весь свет, мы просто будем жить, как не веду, как первобытные люди. Не так немножко, смотри, я очень скептически отношусь к науковым доследованиям в точке зрения, знаешь, это как у нас любят выражаться, английские ученые доказали. Вот это вечно такая тема по радио, иногда. Вот эти английские ученые... Я считаю, что это просто вбросы. То есть, когда-то лет 50 назад доказывали, или там 100 лет назад, что если ради есть, то будет все классно, как бы, да? А коли б советские ученые? Да какая разница, советские ученые. Я считаю, что есть вещи, которые просто здравому смыслу противоречат. Но они об этом рассказывают. Когда-то сказали, что нужно курить, это очень классно. То есть это полезно, ученые доказали. Потом сказали обратно, что это плохо. Потом кто-то говорит мясо. Я на практике проверяю. Я мясо не ем там 15 лет. Я знаю, что такое. Да, это тоже. А, да? Там, как я бы, так сам ем. Я 15 лет ни разу не болел. Вообще ни разу. Там, нам говорят о том, что нужно потреблять там какие-то там таблетки или еще что-то. Я говорю о том, что как только ты сел потреблять таблетки,
то ты уже подсадился на эту иглу, и с нее слезть уже практически невозможно. Организм принимает эту вещь, как, знаешь, зачем мне вырабатывать свои какие-то антитела или еще что-то, если мне как бы извне поступают. То есть это такой путь в никуда. Я против науки... И прививки ты не робишь. Нет, детям мы не делаем прививки. Ты лишь, что это так сам инструмент геноцида. Я считаю, ну посмотри, как медики делают прививки, я же общался с ними. Им просто пришла справка, уведомление, нужно сделать прививку такую-то. Я говорю, а вы хоть знаете, как ее делают? Я эту тему изучил вдоль и поперек. Есть та же Галина Червонская, которая являлась главным иммунологом России в 90-е или начало 2000-х. Как бы общаясь с ней, читая много книг, я знаю, как сделана прививка. Что она там, ну не буду вдаваться в подробности, но это просто такое, знаешь, оружие массового действия. Нам не говорят... Что против кого и на во что? Но нам не говорят такую информацию, что детям, которым делают прививки, итог, там какой-то процент детей остается с кучей заболеваний хронических. Гляди, коли мы допустим такую колькость тероризма в нашем житті, что и керуют с нами англосаксы, что и прививки это зброя там геноциду, что там и земля, и ученые все выдумывают фейки. Ты разумеешь, что коли мы все это допускаем, то отримовывается, что просто миллионы людей во всем свете ничем не займаются, окромя того, как створяются нам фейки, створяются нам спектакль и бачность рэчаисности. Але ты разумеешь, який ресурс потребный, каб створать навуковые фейки у такой колькости. Отрымовывается, что ну просто полова света працуя над тем, каб для другой половы света створать некий спектакль. Ну хиба гэта ж неяк так не будет працаваць. Не? Смотри, ну давай вот возьмем конкретную вещь. Мы каждый день питаемся. Да? Сегодня ученые во всем мире говорят о том, что ГМО-продукты – это польза, это выход из сложившейся ситуации о том, что люди не доедают. Ты разумеешь, пробач, який ресурс треба потратить для того, как створать нам такую колькость псевдоинформации и такую змову такого масштаба? А смотри, что они получают на выходе. Сегодня многие страны уже подсели на ГМО-продукты. Ты не можешь сам семена делать ГМО, ты знаешь, что семена не дают ну, потомство, и ты должен покупать всегда эти семена. У той же Монсанты, которые управляют опять такими этими ребятами, Ротшильдами, Морганами и прочими. Но я знаю из своей практики, что я смотрю, если пчела на ГМО не садится, да, как бы природа устроена каким образом? Туда, куда влез человек, это все не жизнеспособно. Пробач, ты ешь арбузы? Конечно, я обожаю. Так это ж то же самое и ГМО, просто оно было досягнутое методом селекции. Селекция и ГМО это разные вещи. Нет, почекай, селекция и ГМО это одно и то же, просто одно это долго, а другое робится быстро методом генной инженерии, оно всадили той же самый ген. Та разница только у протяглости. Природа сама створяет ГМО считаю, что шляхом эволюции. Селекция это именно процесс эволюции в каком пласте? Перенесли в новое место, более холодное, это подстроилось растение. Меняются гены. А ГМО это внедрение, например, в ген растения, ген Камбалы. Так, там, только что-то. Все правильно. Але так гена не існує гена Камбалы, те и існує там гена огурца. Есть гены, в принципе, они есть да. по номерах, так пронумерованы. Да. И у каждого человека там, у нас там с земляным червяком падає геном, по-моєму, на 90 чи кільки відсотків, да? Остатні 10% від нас да, чоловіком. Да, да. Тому природа створює ГМО кожну хвилину про натуральний відбор. І чоловік, все, що робить, він просто цей процес поскорає. Коли природа створює натуральний відбор усліпую, іде комбінація натурального відбору до того часу, як поки не з'явиться організм, який буде врешті мати цю якості. Справа в тому, що без ГМО ми не могли б накормити 7 мільярдів чоловік. Я с этим, понимаешь, очень сильно, ну, как бы с тобой не соглашусь. Я сторонник того, что если ты будешь потреблять в пищу ГМО-продукты, хотя бы 10 или больше от сотку, что называется, ты в итоге не будешь иметь потомства. И сегодня многие исследования в этом плане, которые мы не можем проверить, исследования были российских ученых, профессор Горяев, например. Так может это фейк для того, чтобы заставить нас не есть ГМО? Совершенно. Что, коли, знову же, аштурмуется теоризмово, и они хотят, как мы не ели заходние продукты, как нарастить свои прибытки. Смотри, но я сторонник того, что все-таки я в этом случае лучше останусь на натуральном питании, у меня свой огород, свое питание, как бы, чем я буду проверять, будет ли у моих детей потомство дальше. То есть я считаю, в этом вижу тоже оружие массового уничтожения ГМО-продукты. И ты говоришь, зачем вкидываются такие ресурсы в тот же космос, в то же это и прочее. Все для меня, все, что творится вот вокруг этого процесса, я считаю, это
такой, знаешь, божественный замысел с точки зрения того, выкристаллизовывать настоящего человека. Мы проходим некие этапы становления нового человека, новой формации. То есть через все процессы для меня нет такого понятия зло и добро. Вообще нету. Я никогда не вижу вокруг себя что-то, каких-то событий, которые негативно отразились на моей жизни. Все события, которые у меня происходят в жизни, дают мне только позитивный всплеск и новые какие-то... То есть те же, когда меня отжали бизнес, те же менты прессуют или еще что-то, я в этом во всем вижу как бы толчок к новой, как бы, понимаешь, новой ступеньке своей эволюции, своей жизни. И когда мы сегодня говорим о ГМО, о том и о сём, о прочем, я считаю, что это тот процесс, который, возможно, уберет там 80% населения Земли, но оставит тот процент, который сделает новый какой-то виток развития человечества на новом уровне. То есть мы перейдем наконец-то в общество, когда нету каких-то посредников, каких-то опекунов, государств и прочее над человеком, а человек начнет жить в новом сообществе. Я, значит, дякую англосаксам, бо это же яны нас вынищают. Ну, смотри, вот мы говорим, некоторые говорят там, жиды, евреи, англосаксы. Я к ним отношусь очень положительно в каком плане? Я считаю, это локомотив. Такой паровоз, который ведет нас, смотри, человек, если ему ничего не давать, из зоны комфорта не выдергивать, он сидит на печи, и ему все по барабану, хорошо все, жизнь налажена. Когда у тебя есть вот эти вот негативные моменты, штушки такие, ты начинаешь, выходя из зоны комфорта, что-то делать для того, чтобы вернуться в эту зону комфорта. То есть все-таки англосаксы нас пихают до лепшего громадства. Я считаю, да, что вот это вот Бундербергский круг, англосаксы, какие-то там масонские организации, рептилоиды и прочее, это тот же проект божественный, грубо говоря, который нас вытягивает вперед. Ты верник, так? Ты веришь? Нет, Богу, нет? Нет, я не сторонник религиозных каких-то подходов. То есть религия для меня это один из рычагов управления, ну, мое личное мнение. Но при этом я уверен в том, что я не от обезьяны, а уверен в том, что мои проотцы это являются моими богами, грубо говоря, да. То есть я сторонник, что есть высшие силы, которые за мной стоит мой род, который дает мне возможности, дает мне какие-то через интуицию, через совесть, знаешь, рычаги управления, помощи мне, не управления мной, а помощи мне и помогает мне в этой жизни. А давай эволюция. Трохи назад вернемся. Вот да. Ты кажешь, что ГМО – это як и прививки, это прищепки, правильно, по-белорусски, это зброя геноцида. Але як так отримовывается, что нас геноцидят и праз прищепки, праз ГМО, и там еще праз нечто, а людей все более и более робится? Не факт, что их больше становится. Опять, мы... Тобок это так меня... само снова нам хлусят. Смотри, я как-то занимался этим вопросом несколько... Пробаш, а глобальное потепление тоже снова? Понимаешь, я тоже сторонник того, что мы не знаем, а может быть эти процессы циклический характер имеют. Может, глобальное потепление 100 лет назад было такое же, как сейчас. И то какой-то мы, цикл в принципе, был. Ничего не ведаем. Так, на чем ты тогда грунтуешь свои разумения? Проверка у меня идет конкретная. Смотри, мы говорим о том, что население там состоит из 7 миллиардов человек. Я начал как бы с этим делом не погоджаться в каком плане. Я посмотрел, сколько школ в городе Гомеле, да? Количество поступающих каждый год человек в Беларуси, их порядка 90 тысяч, чтобы ты понимал, детей поступает каждый год в школу на первый класс. Если 90 тысяч, значит, второклассников тоже 90 тысяч, то есть пятиклассников тоже 90 тысяч, ну, примерно, плюс-минус, да. И мы таким образом средняя продолжительность жизни в Беларуси 57 лет, ну, плюс-минус, да. Мы умножаем 90 тысяч на 57, и получается, что нас, ну, есть еще смертность после 40 очень высокая. 90 на 57, это ты... Это примерно 5 миллионов. Да, это такой грубый, знаешь, просто, чтобы человеку быстро доказать, грубый подсчет говорит о том, что у нас максимум 5 миллионов в Беларуси. И все показатели того, что происходит на выходы на площади, на праздники, миграция, отток идет такой большой в Беларуси, что просто страх. Если бы люди знали эту ситуацию, я уверен, нам почему скрывает Белстат эту информацию? Здравомыслящий человек понимает, что мы пришли в страну 25 лет назад, 10 миллионов населения, а сегодня 5. Геноцид такого класса, это примерно как геноцид гитлеровской Германии в отношении Беларуси 43-го года. Паш, але ж на даденных Белстата грунтуются и экономичные показчики, и различиваются так само планы на деятельность державных органов, отрымываются, яны сами себе палки в колеса вставляют. А смотри, тоже вопрос. Мы начали проверять и копать. Информации ноль. Мы не... Вот нам говорят, на образование выделено там 620 миллионов рублей. А можем мы узнать, куда эти деньги пошли? Нет, эта информация закрыта. Это же это иншая справа. Так мы же. То есть, я к тому, что Украине, нам конечно, это выгодно. Закрыто. Сегодня во всем мире выгодно говорить о том, что население больше. Ты больше бабла можешь в карманы распихать и говорить, что они направлены на население. То есть представь,
мы выделяем деньги 5 миллионам человек, а их не существует. Эти деньги ложатся в карман Лукашенко. Вот это, бадай, одинная теория змовы, до якой я вас больше с цікавностью бы поставился, потому что я саправды веру, и это факт, что Белстат занимается манипуляциями статистикой. Китай говорит о том, что их 2 миллиарда. Есть данные, это люди... Не 2, там миллиард. Ну, миллиард почти под 2, там, если всех брать китайцев, как бы они говорят, там, миллиард 900 или что-то такое. Нет, там миллиард 100, миллиард 200. А, может быть, я путаю. А, да, Пакистан тоже к миллиарду, ну, в смысле, Индия к миллиарду подходит там и прочее. Так вот, есть доследования, опять-таки, таких независимых людей, они не ученые. Они просто тупо считают примерно где, что, как. И они говорят, смотрите, по каким-то таким вот вещам, которые являются, ну, как бы сказать, они, знаешь, их нельзя вот прямо, они косвенные, что в Китае максимум 400 миллионов человек. А они говорят, смотрите, в мире есть такое понятие, например, фильмы выходят, и есть признак, 30% населения ходит на кино, такие как «Аватар». И вот по таким данным оказывается, что в мире проживает там порядка всего лишь миллиарда человек. Так как это так? Мировая закулиса может подтасовывать сдымки, вот и я про это сдымки говорил. НАСА, а даденные наведывальности кинотеатров не может подтасовать? Может. Для прихожости. Второй момент. Ты ездил в Россию? Ну, бывал так. Если ты выезжаешь за Москву в сторону туда Урала за буквально там 300-400 километров, там вообще нет населения, никого. Так как колькость проголосовавших на выборах, это все так само подписано. Я считаю, так само, ну ты же выборы наши видел. Какие там проголосовавшие? А як, наприклад, споживання. Споживання, там колькость споживаного алкоголя, тытуню. Это ж все корелює так само с даденными по населению. Откуда ты знаешь, что это опять-таки Белстат не пишет просто от балды, сколько нет, споживается? Нет, я зараз про Россию, например. Ну, да, в принципе, ну и у нас то же самое. Да. То есть я считаю, что во всем мире эти цифры можно потусовывать. Смотри, мое понимание... А ты понимаешь, какие для этого ресурс потребны? Як а я вижу, глубоко что... треба залезть у даденные коммерцийных структур, якія продают там той же алкоголь, тытунь. Угу. Як это глубоко треба залезть у кожную держслужбу, у кожную публикацию в прессе. Если ты это начал, если ты это начал делать не вчера, а начал делать там в 50-е, 60-е годы, я не знаю, когда там начали все это считать так массово, то я думаю, что никакой сложности вообще нет подтусовывать. И догэтуль нема атрымоўваецца, што гэта ўцягнута, вось гэта слабае месца любых тэорый змовы, да? Атрымоўваецца, што для таго, каб гэта рэалізаваць, у гэта мусілі быць уцягнутыя тысячы чалавек. І ўжо ніхто з гэтых тысяч не прабалтаўся. Если они не знаў, почему не подожди, да валом. Я же информацию, это что же, начал... Да, мы там поддасовывали колькость, да, я там просто, просто немерено сейчас информации на YouTube, во всех, причем это не с Беларуси идут, с Америки, нет, там, с Европы, они говорят о том, что, ребята, мы подтусовываем данные по тем-то характеристикам. Нет, я зараз не про пупыры накажу, а именно... Нет, про... ну понятно, я понял, о чем ты про говоришь. Про людей, которые там працавали, удельничали у манипуляциях, те там малявали сдымки с космосу и зараз скажут, да, мы это родили. Есть, да, есть человек, есть, например, такое. Есть НАСА человек, я тебе потом в личку просто кину, который говорит, что я работал в НАСА много лет, и моя задача была, я рисовал Землю. И он показывает прямо, например... А как его зовут? Ну, я тебе скину, потом уже как бы в Телеграме скинешь эту информацию. Да. Как его зовут? Он говорит, что вот смотрите, ребята, я вам даже бы докажу это, что это мои рисунки. Вот здесь облака похожи, и он показывает, что вот эта часть облаков, это они идентичны. Я их просто говорит, скопировал, мне впадлу было прорисовывать все заново. Я просто методом копирования, переворачивания рисовал эти картины. Ну, понятно. Ну, что ж, ну, допустим... это, да, эту информацию мы не можем такую вещь проверить. Я говорю, я сегодня опираюсь на то, что смотри, я живу на своей земле, я питаюсь, стараюсь с огорода, мы как бы детей выращиваем без прививок и прочего-прочего, а я вижу результаты на выходе. Мы не болеем, да, я 15 лет не болею, как бы, я сторонник сегодня находить способы выхода из государства, вообще зависимости от государства полностью. У меня нет паспорта, у меня нет никакой карточки ни одной, у меня прав нету, пока это не работает, да, мне отжали машину там, да, опишники опять-таки наехали, у них была команда ФАС, и буквально 3 дня назад у меня отжали машину, сказали, будешь выпендриваться, сейчас ОМОНа вызовем, скрутим. Вот ты кажешь там, мы супрость там того, как гроши были мерилом там усяго, да, такого, да. В этой погоне за золотым тельцом, ты хочешь выйти там державы там усими мэтами, не признаешь легитимности, правильно я разумею? Вообще никак, РБ нет. А какую державу признаешь? США.
Смотри, в каждом государстве я и вижу некоторые плюсы, некоторые минусы. Например, если мы берем тот же Штаты, мне очень нравится подход к предпринимательству в Штатах. Но мне очень не нравится. Я же так само пришли, вот, вырезали вот, яйца совершенно и поставили верно. Державу. Но мне не нравится подход полицейского государства. Uh-huh. Раз. Мне не нравится подход, опять-таки, сегодняшний, который там с мексиканцами, с неграми там и прочее, прочее. И да, я не могу признать это государство. Вот умом, да, умом, здравым смыслом, мне нравится предпринимательский подход. Но с точки зрения человечности, я считаю, что это бред. Это человека, это худшее рабство, когда ты, знаешь, вот это рабство денег. Ты как бы сам себе обязываешь систему. А как же можно жить без грошей? Вот погляди, у нас же люди кажут, что... А мы жили без грошей постоянно на протяжении всей истории? Ну, вот нам... Я, коли что, с тобой згоден, mm-hmm. але я хочу, каб ты сам высказал некую идею об альтернативе, бо вось зараз многие из наших глядачов подумают, да что они такое несут, як это магчыма жить без державы, бо треба, каб нам нехто командовал, треба, каб у человека был господар, там с пугой стоял и рассказывал, что робить. И так само треба, каб у человека был материальный стимул, бо інакше он не будет ничего mm-hmm. робить, и так далее. Ты сгоден ты с этим? Смотри, так, очень все просто. Это не человек так думает, что вот надо материальный стимул. Ему навязывают, нам 25 лет навязывают, что ты должен пахать, ты должен работать. Но никто не говорит, зачем это делать. Мы всю жизнь прожили... Чтобы быть нормальным человеком. Мы всю жизнь да? прожили на земле. Скажи, а как пересадить 5 миллионов людей на земле? Смотри, вот это и проблема. Да, когда допустишь, что Беларуси 5. Да, есть такая проблема в том, что когда ты уезжаешь один на землю, ты не можешь самодостаточным быть. Нужен и какой-нибудь, грубо говоря, там кузнец, бондарь, кто-то по пошиву, кто-то по обучению, кто-то еще почему-то. А когда ты один уезжаешь, ты не будешь самодостаточным, ты не можешь все процессы взять на себя. Например, построение там школы, детского садика какого-то такого вот совместного, возможно только тогда, когда есть какой-то общинный дух. Мы об этом и говорим, что возрождят общины, даже в Конституции прописаны местные органы самоуправления, которые имеют тот же статус, как облсполком, там, горосполком и прочее. То есть я сторонник уезда на землю, но уезда такого, знаешь, практического, когда объединяются там десяток, 20 семей, и уезжает каждый со своими навыками. И тогда вопрос денег, он уже не становится. А в городах так не жить? В городах нет. Я сторонник того, что наши предки всегда называли число 10 тысяч. Я уже слово, как это? В общем, короче, при населении города больше 10 тысяч этот город уже деградировал. Наши предки об этом говорили. Почему? Потому что разбирается горизонтальная совесть. Совершенно верно. Терялись связи между, и начинался этот вот грязь, погоня за деньгами, вот этот вот, опять-таки, бандитизм, там, проституция, еще что-то появлялось. Поэтому я сторонник малых городов, сторонник того, чтобы жить в гармонии с природой. А куда подеть? Хмарошосы, заводы, все то, а зачем они? Ну, гляди, все это створяет нам пэўный уровень побытового комфорта, раз. Вот именно. Технологии, два. Бо зараз мы зараз дымаем, да, и глядим YouTube, дякуючи все ж таки городам, промысловости, у какой-то пэўной ступени дякуючи капитализму, mm-hmm. И так далее. Бо он створил такую концентрацию капитала, что зараз махчима это все, стало махчима это все вытворать. Еще справа, я, конечно, не лечу, что и без концентрации капитала можно нечто вытворать. Однако, все ж таки потребна некая концентрация вытворчества магутнасцяў, патрэбная канцэнтрацыя інтэлекту, гэта ўсё ў межах вёскі неяк не зусім магчыма. Хорошо. Такім чынам, ўсё ж такі ты прапануеш, ты ўсё ж такі прапануеш дауншыфтинг на ступеньку ніжэй. Вот у меня к тебе вопросы возник. Ты считаешь лично для тебя мобильный телефон, YouTube и прочее дали что-то лично для тебя, как развитие? Ну, для меня главное – это развитие духа и души. Я сторонник того, что мы пришли на эту землю, просто это, как знаешь, это некий переходной этап. Я считаю, что это как учебка такая. Мы здесь пришли в материальных объектах для того, чтобы научиться всем каким-то эмоциям, чувствам, то есть до уровня какого-то божественности дойти. Uh-huh. Как ты вот лечишь? Мобильники, ютубы тебе лично, как человеку, что-то дали в твоем развитии? Дали мне махчимость звертаться до великих групп людей. А зачем, если это тебе, ну, как бы, ты звертаешься, потому что сейчас такая ситуация возникла. Так, потому что несправедливо. А если бы этой ситуации не было, тебе нужно было бы до больших групп людей возвращаться? То есть ты потешить самолюбие бы хотел? Ведаешь, как бы ее не было, я тебе не могу сказать, как бы я, что бы я хотел, как бы я жил. Олег, все ж таки мне подается, что одна из метов человека на земле, это так само, как ты кажешь, это познавать новокольный свет. Его разумение
магчымая толькі праз тэхнічны прагрэс. Ну, ці ў большай ступені праз тэхнічны прагрэс. Да, я таксама веру многія там духоўныя рэчы, так, і часткова згодзен з табой. Аднак усё ж такі, калі мы хочам пазнаваць мір, мы мусім даведацца пра тыя ж мікробы, пра той жа космас, для гэта надо тэлескоп, мікраскоп. Далей нам трэба лабараторыя, яшчэ нешта. І гэта таксама ўнутраная патрэба чалавека. Ведаць болей. Чалавек, это не сёння пачалося. Чалавек цягнецца да ведаў там з часу першабытнасці. Нешта там калупае, даведваецца там. Потым з'явіліся нейкія інструменты, і гэта пайшло на больш высокі ўзровень. Таму я думаю, што нават калі б я ўсё ж такі жыў у доіндустрыяльным грамадстве, мне таксама было б цікава дазнавацца больш і больш, а это ўсё ж такі магчыма толькі дзякуючы вось гэтым вось. Ну, а я сторонник таго, што всё-таки всё это нам навязана извне, а этого нам не нужно. Ну, вот смотри, а даже познаваць свет. В том-то и дело, что мы всегда познавали свет. Смотри, зачем нам знать теорию микробов, если ты вот женщина, как бы всегда становилась, например, вестой, да? Есть понятие невеста, веста. Мы сегодня невесту знаем, да, это как бы, а весту мы не знаем понятие. В славянской традиции было такое понятие: женщина, обладающая 64 характеристиками женщины, становилась вестой. А если она не обладала этими характеристиками, ее отбраковывали, невеста. Типа, ну сегодня у нас институт невест остался. То есть, а веста это кто? Веста это женщина, обладающая 64 характеристики, которые включали и врачевание, там, и сексуальные практики, опять-таки обращение к своим мужчинам. Там не было понятия разводов или еще что-то, знаешь, вообще. То есть управление, опять-таки, например, я сторонник того, что менструация женская это патология. Она не должна быть. Это когда человек на староедение переходит, например, проходит эти процессы, то есть это извержение того, что грязь из тебя. Природа дала тебе яйцеклетку, чтобы из нее родился ребенок. Так вот, я сторонник того, что, в принципе, обладая всеми этими характеристиками, нам не нужно было знать информацию о космосе, о бактериях, о Ютубе там, или еще о чем-то. Мы были самодостаточными и владели всей этой информацией просто из практических соображений жизни. Но главное... А мы жили и развивались как люди. В том плане мы развивали свою духовную составляющую, свою душу. Я считаю, что это основа всего. Когда мы гонимся за материальными ценностями, вопрос души и духа становится на второй план. И мы можем... Понимаешь, деньги что делают из человека? Человек ради денег готов убивать, идти на предательство. Ну, сегодня мы видим, что люди продают себя в рабство. За какие-то бумажки, да, ради чего? Чтобы потом на эти бумажки купить себе ноутбук, там, айфон и прочую фигню. Но по сути, они самое драгоценное, что у них есть, это время. Обменивают на безделушки, которые устаревают мгновенно. Это поход в никуда. Но это локомотив того, что когда у человека, у какого-то, он пересел с алкоголя, снялся. Я вот не пью уже 15 лет. С алкоголя, с там, тытуневой, ну, сигарет, мяса и прочей фигни, у него начинают просыпаться какие-то такие ячейки. Стоп, что-то здесь не то. Где-то какой-то подвох. Я не вижу счастья в жизни. Сегодняшний человек новой формации, он самое главное перестал быть счастливым. Он не ощущает счастья в покупке какой-то... Сегодня покупая машину, ты через два дня уже ездишь на этой новой машине, ты не радуешься этому. Ну это все так. Критика споживецкого громадства, это тоже в принципе, с чем я цалком сгоден. Вот. И а цикаво... есть такие вещи, которые, понимаешь, они цикаво глобальные. Цикаво то, что человек, например, отпрацевавший там 8-12 годин на своей праце, и он отримал взамен гроши. Однако никто ему уже не вернет этот час. Час вырван из его, да. Ягонага життя. А деньги тратят впустую в основном. Да, один. А деньги тратят альбо на то, чтобы протягнуть свое физическое існаванне, альбо на забавки некие, да, как знову же оттягнуться от этого щоденного своего обовязка. Вот, мы об этом и говорим. А есть глобальные вещи, такие как дети, живая природа, которые тебе дают радость каждый день. Меня спрашивают часто мои друзья, знакомые, зачем ты огород садишь? Ну, зачем садить цветы? Ну, это же глупо. Посадил цветы, они что-то выросли, засохли и все. Я говорю, ребята, это то, что приносит удовольствие каждый день, ежесекундно, ежеминутно. Это не то, что ты купил iPhone, через день тебе уже по барабану на него смотреть неинтересно. Потому что это придумано человеком, как-то сделано тупо, это сделано как-то вот неправильно, оно не душевно. Когда ты сделал ребенка себе, ну так вот с точки зрения потребительства говорю, то этот ребенок тебе каждый день дает новые эмоции, новые чувства и новую радость. Мы, да, на протяжении всей жизни. Больше философский бок пошли, однако ты удельничаешь все ж таки в проекте, который заявляет себе с политичного бока, да. Спробую играть на политичном поле. Вы, я бачу, ходите на суды там, да, громадских активистов, вы выпускаете...
спрабуеце выпускаць там нейкія тэксты, якія крытыкуюць улады і гэтак далей. Так скажы, які ваш палітычны шлях? От ты прыкладна мне расказаў. Mm-hmm. Ну, хай я лічу гэта даволі эклектычным і не зусім мне блізкім ідэалам грамадства, да. Аднак ўсё ж такі вось акрэсліў нейкі ідэал. А як вы збіраецеся яго дабівацца? Смотри, сегодня то, что мы делаем, оно не совсем близко мне по духу. Но это тот путь, через который я считаю... А что вы робите? Расскажи нашим. Ну, будущим. Смотри, сегодня мы хотим, если брать конкретные проекты, за которые мы взялись, это проекты в системе образования, проекты в медицине и в транспорте, и ЖКХ. ЖКХ, транспорт чуть попозже, пока мы решили заняться образованием. Нам сегодня с экранов телевизора наш лукавый диктатор, все СМИ говорят о том, что у нас бесплатное образование, одно из лучших в мире. А я говорю о том, что у нас образование деградирует, и сегодня мы одно из худших образований в мире. А о том, что сегодня образование платное. Если у тебя нет денег, твой ребенок не может учиться по факту. Если у тебя нет грошей, то ты не сможешь. Тебе нужно сдавать. Сегодня учебники стали платные. Сегодня нужно обязательно покупать какие-то учебники и прочее. Хотя бы, понимаешь, почему я этим занимаюсь? Я понимаю, что путь государственного образования – это путь в деградацию. Государство готовит рабов, винтиков системы. Ему нужен человек, не который здравомыслящий. Ему нужен раб, который будет на заводе не задавать вопросы, а тащить гайки. А чему еще скорошается? У нас Лукашенко весь час скажет, что нам не потребны эти гуманитарии беспонтовые. Слышь, да, как они же не дают денег. Да, конечно, он же не будет гайки крутить, не пойдет. В Беларуси я сторонник того, что создана что-то налоговая ферма. Колхозник у руля создал мини-колхоз, и в этом колхозе вскармливает бычков, грубо говоря. Это все так, или что вы хотите за этим работать? Мы хотим, смотри, первое, в системе образования навести порядок. В идеале создать свои школы, которые будут финансировать государство. По сути, это мы. Государство, все деньги государства, это наши деньги. То есть независимые частные школы, но все частные школы идут по принципу, собираются вот круг людей, сдают денежку, как бы, и создают свою школу. Я хочу, почему я должен вкладывать в государство в виде налогов, а потом еще платить за свою школу сам. Пусть государство мне платит. И Конституция говорит о том, что они обязаны мне платить. Нигде нет противоречия того, что в рамках МСУ мне государство не должно выделить деньги на образование. То есть создавать свои школы, которые будут финансироваться с государственных структур, которые будут действительно бесплатные. Я считаю, что первый базовый принцип любого государства социально ориентированного – это бесплатная медицина, бесплатное образование. Опять-таки, бесплатный проезд, бесплатное ЖКХ, государство создано для людей. Что мне зараз намалевывается, что вы спробуете отмовиться от пашпортов. Один одному выдаете там некие паперки, которые типа как замена пашпорта. Ну, потом да. Вы хотите створить особную, у идеале, как я бачу, створить альтернативную систему эдукации. Потом съехать, створить свои общины и так далее. То бок я бачу, что ваш проект это створение параллельного державного громадства. Да. Самостоятельно. Независимого, будет жить суверенного. На этих принципах. Это цікаво. Ты думаешь, вам дадут это зарабить? Понимаешь, вся наша жизнь – это сродни какого-то приключения, сродни того, если у нас есть какие-то идеалы, к которым мы стремимся, жизнь насыщена, она полна смыслов, и она полна. Жить просто по принципу, ходить на работу по 8 часов, меня не вставляет. Если... Ты, знаешь, это как из серии, если ты не веришь в то, что получится на выходе, то ну, человек вряд ли чем-то будет заниматься. То есть, конечно, у нас вера есть. Я сегодня, понимаешь, на своем примере говорю о том, что жить без паспорта, жизнь без карточек, жизнь без официальной работы. У меня нет официальной работы, у меня нет официального бизнеса или еще что-то. Я уже 2 года не плачу ни ФСЗН, ни налоги, ничего. Как бы, и я нормально существую, в принципе. Скажи, а это альтернативное громадство, которое вы будете... Вы уже придумали назву для него? Ну, пока мы шутим между собой, это шутка, опять-таки. Мы назвали его «Суверенный мир», да, это Коля Буров придумал эту идею суверенного мира. Оно экстерриториальное государство, то есть его нет территории, это можно со всего мира, да. А мы шутим между собой, с Латвией, совершенно верно, Россия, а мы между собой шутим как сувенирный мир, ну, потому что звучит так, это у нас шутка внутренняя. Ага. И этот суверенный мир базируется, да, не на принципах государственности. Вообще нет такого понятия, как управление в том виде, в котором есть сегодня. Mm-hmm. Это МСУ, это органы местного самоуправления, те, которые были, опять-таки, в славянской традиции что-то. Типа, смотри, были вечи, да, это копное право. То есть, когда вот есть сообщество некое, вот мы живем в одном каком-то месте, ну, как бы деревню назовем, да, и мы руководители родов, то есть главы семей, у которых тут принцип какой? Во-первых, только в управлении только мужчины могут быть. Угу. Женщины не допускаются к управлению, потому что, смотри, мое личное представление, живя с женщиной 15 лет, я понимаю, что только мужчина мыслит стратегически.
он понимает, куда мы идем. Женщина – тактик. Женщина тактически может вот в этом деле. Управление женщины, оно через постель происходит. Ну, как бы банально это ни звучало. Женщина знает, каким образом она манипулирует мужчиной. Так как феминизм вы не приемлете ни в какой форме. Не-не-не, ну какой феминизм? Я сторонник того, что, понимаешь, женщина счастлива только в рамках семьи, домашнего очага. Когда а как она... дать женщине возможность самой вырашать? Бо є же женщины, которые занимаются политикой довольно поспехово и занимаются любыми іншими речами. Ну, я там не буду приводить приклад Марии Складовской-Кюри там, и остальные. То бок, Она ученый, это как бы немножко... Она как женщина не была счастлива, я уверен в этом практически. Хотя я ее лично не знал. Это не треба. Смотри, я из чего... Бо опять... не все же мужчины я понимаю, из политики, исхожу. Есть некие... природные основы, которые даны нам от природы. И женщина от природы не мусит керовать. Есть некоторые, вот знаешь, такие отщепенцы, которые там 1-2%, которые мужики, которые любят пеленки, распашонки там и прочее, им ничего не нужно внешний мир. Я же сторонник того, что в основе мужчина это все-таки такой внешний круг, женщина это внутренний круг. И в гармонии мы создаем действительно ту ячейку общества, которая гармонична. Когда женщина занимается тем, что мужчина, приходя как с боя домой, да, она его энергетически восстанавливает, она делает его сильнее, она его накачивает в своей энергии. Просто цікаво, що ти тільки що казав, що нам вельми многие наши социальные роли и обов'язки не навязаны. Да. А ці не подається тобі, що гэтыя гендерные роли, що там мужчина оборонца, а женщина там прозложек, його підпитує, так само навязаны? Возможно, но я это делаю, говорю об этом уже не как о социальном явлении, а как практик. То есть я вижу о том, что если у меня гармоничные отношения с моей женщиной, да, с моей женой, то меня это как бы заводит на новые победы, новые. Когда у меня есть проблемы в семье, в отношениях, то я становлюсь как мужчина такой, знаешь, такой, как сопля ходячая. Я не сторонник того, что мужчина, который не выстроил внутренний круг, у которого нет, грубо говоря, там нескольких детей, да, стабильные отношения, он не может управлять. Вот каким-то обществом. Мы говорим о вещи о чем? Вещи допускались только мужчины, у которых был неполный круг детей. Ну, это тогда было. То есть это неполный круг детей, это 9. То есть 4 по отцу, 4 по матери, первородный. То есть он выстроил... Только когда человек бесплодный, он уже одразу позбавляется права на керование априори. Да. Почему? Объясняю. Я считаю, что это правильно с точки зрения... Если человек не может управлять внутренним кругом, да, ему нельзя управлять внешним. Это как, знаешь... Так это тебя... лотерея. Ему могли там, пробачьте, детородные органы топором рубануть подчас рубки дрова. Есть... всегда есть какие-то исключения. Я не спорю. Если видно по человеку, что он мощный, что он это... Но я же сторонник опять, мы говорили о энергетике. Если ему отрубили детородные органы, я считаю, что есть причина. Все следствия имеют какую-то причину. Значит, что-то в его жизни, либо кармические какие-то отработки у него, либо еще чего-то. Когда у человека бесплодие, я сторонник того, что природа это сделала для чего-то. Это не так просто случайно. Когда мы рабы у Лукашенко, так само природа нам это сделала, как мы терпели. Значит, это справедливо. Я считаю, что то, что происходит в Республике Беларусь сегодня, это самый справедливый путь развития в каком плане? Это то, что мы говорили в начале. Это тот локомотив, который сделает нас сильнее. Люди, которые видят всю мерзость, которая происходит в стране, и как бы которые не обращают на это внимания, продолжают терпеть, терпило, я считаю, что им не место как человеку новой формации. А люди, которые пытаются что-то сделать, если бы не Лукашенко, да, а если бы не вся эта система, а мы жили в социально таком развитом государстве, хорошем, и все, ну, типа стран там Скандинавии, да, в которых там хорошие налоги, хорошее образование, человек бы не рос. Вот знаешь, в Норвегии сейчас такая проблема. У них 280 или 800 миллиардов, кажется, долларов лишних. Не знаю, куда их девать. Потому что они говорят о том, что если мы их внедрим в экономику, это сделает наших людей просто, ну, как бы, они в этом разврате, грубо говоря, умрут. Да, есть такая проблема. А Беларусь пошла по тому пути, что через худшее проявление государственности, я сторонник того, что мы как раз найдем людей, которые захотят альтернативы. И увидев вот это вот, они будут строить мир, не опираясь на том, знаешь, у них не будет мысли вернуться, а давайте управлять, а давайте выберем наставника, а давайте будет какой-то опекун, который будет лучше знать. Невозможно, чтобы один человек знал за каждую семью, за каждого, как лучше жить. Ты можешь только это знать в рамках своей семьи.
своей жены, своих детей. Пока детям нет 18 лет, ты их опекун, ты им управляешь, так же, как ты берешь ответственность за свою женщину. Я считаю, что мужчина, глава семьи, в бизнесе то же самое. Я проходил, когда было несколько партнеров у меня. Мы прожили 3 месяца. Это как капитан на корабле, их не может быть 2, в бизнесе не может быть 2 управленца, все, в семье не может быть равноправных людей. Давай вернемся до вашей структуры керования. Да. Вот у вас территориальная община, да. МСУ, да, местное самокерование. Общество, да, общество Гомель. И керуются там только мужчины, женщины отсунуты. Не, у нас сейчас керуют женщины, у нас сейчас женщины входят, потому что, ну, мы как бы, понимаешь, мы стремимся к идеалу, но сегодня мужчины настолько деградировали, по сути. То бок, коли вы побудуете свой этот сувенирный мир, да, то женщин вам скажут, так, вы нам допомогли, нет, а зараз будьте добры до плиты. Наши женщины, которые входят в наши структуры, можно так сказать, они понимают, что их главная цель – это найти мужчину, который способен забрать у них эти рычаги управления и который способен дать им то, что им хочется это в жизни. Это время, от которого они хотят худшее. Конечно. Они, все женщины внутренне стремятся к чему? К счастью. Они хотят быть счастливыми, они хотят быть... А мужчина не хочет быть счастливым. Просто счастье мужчины, оно, я же тебе говорил, что оно все-таки во внешнем круге. Мужчина, который не будет заниматься управлением, политикой, защитой, он, вот как это, если будет просто с женщиной, да, находиться, грубо говоря, женщине достаточно быть сильным мужчиной рядом. Мужчине просто быть женщиной недостаточно для саморазвития, какого-то определения себя как частичка может, общества. Может, ты просто по себе судишь, погляди возможно на укол, в большей части из них абсолютно... Совершенно верно, ты правильно сейчас сказал. Я сужу по себе, и я создал окружение вокруг себя такое, которое точно так рассматривает эту жизнь. Ну, так получилось, что, знаешь, как это, все вот сходится. Одинаковые мысли, рыбак рыбака видит издалека. И понятно, что я как бы нормально отношусь к ребятам, которые говорят, что у нас равноправие в семье, женщина зарабатывает, как я, мы одинаковые, я мою посуду, она моет посуду, я детей пеленаю, нам детей пеленает. Но я считаю, что для меня лично это неправильно. Должно быть разграничение, должно быть один управленец, который, как знаешь, как вектор, как локомотив тащит семью. А женщина, она пришла в твой род, она продолжатель твоего рода. То есть она уже является частичкой, она ушла из своего рода, грубо, по фамилиям мы сегодня говорим, и пришла дать твоему роду. Все, это я зрозумел. Да. Давай вернемся до вашего политического ладу. Вот у вас в органах самокерования. Женщины там не керуются, керуют пока, ага. Да, покуль что у вас керуются, но это часово. Да. Далее. Як ожидается политическое керование этим громадством? Смотри, сегодня мы не говорим о управлении прямо на уровне государства. Мы сегодня говим о том, что мы можем изменить. Не, вот не говорю, я не кажу державу, я кажу ваш политический идеал. К чему мы стремимся, так, в идеале? Кто будет керовать у этой экстерриториальной... Все, я понял. Вот мы говорили о вещи, подняли копное право и прочее. То есть, откуда слово закон пошел? Был кон. Свод внутренних правил, который принимает какое-то сообщество внутри себя, и все, что за ним, это называлось уже, как знаешь, такое бандитское что-то, законом называлось, вышло закон. Вот сегодня мы живем по закону. Мы хотим вернуться к копному праву, когда мы будем по канонам жить, то есть смотри. Смертная кара будет? Нет, конечно. Я не сторонник того, что вообще человек имеет право, нет, я, знаешь, я не хочу ее отменять, пока кое-кого мы не повесим, а потом сразу отменить. То есть есть круг людей, которых я бы все-таки повесил за все их преступления. Хотя, опять-таки, я сторонник того, что, наверное, пожизненное заключение пострашнее будет, чем смертная казнь. Поэтому лучше их пожизненно, причем в такую, знаешь, клеточку посадить и возить, может, даже по стране. Почему? Если мы этого не сделаем, то не будет у людей должна быть в памяти остаться, что когда он придет к власти, он будет помнить, окончилось-то все херово. Ну, давай назад. Да, вернемся назад. Да. Так вот. Вот этот круг, свод правил формируется не из принципа, слушайте, а давайте, может быть, придумаем закон там о собственности на землю. Нет, все внутренние правила должны исходить из жизни. Если произошла ситуация какая-то, да, то эту ситуацию нужно обыграть и свести в какое-то правило. Это как в бизнесе. Я в бизнесе вводил какие-то оргполитики и прочее. Прецедентное право, не? Ну, не, похоже, да, похоже на это. То есть оргполитики мне писались не с точки зрения, а если бы нападут марсиане, давайте пропишем. Напали марсиане, делаем то-то, то-то. И в этом есть минус. Я не прописал, когда придет финансовая милиция, что делать. Мы были к этому не готовы, да, как бы. То есть, но с точки зрения того, что вот в внутреннем круге, чем меньше правил,
тем больше свободы у каждого члена, mm-hmm. тем лучше. Да, я зразумеў. Так, а так троху падсумуем, значыцца, вось ваша грамадства, гэта экстэрытарыяльная абшчына, дзяржавы няма, як такой. Да, ну не нужна. А ёсць усе жывуць на зямлі сваімі як бы радамі. А копнае права, патрыярхат, а каму будзе належыць уласнасць? Смотри, у каждой семьи есть... Это будет как больше фермерская, селянская это, господина. Да, это больше, я считаю, это я сторонник того, смотри, жизнь показывает нам, что частной собственности вообще не существует, и никогда ее не было. Вот человек говорит, это мой микрофон. Умер, микрофон чей остался? У нас нет сейчас собственности, мы ее не забираем с собой. Это все принадлежит, мы просто пользователи. Мы пришли, попользовались и ушли. Наш на Руси показатель, посмотри дома в деревнях, они все одинаковые. Они все один в один. Почему? Почему у нас деревянное домостроение было? Не потому, что мы были бедные или еще что-то кирпич не придумали. Потому что люди мысли как? Когда я умру, я уйду из этого мира, я хочу, чтобы после меня грязи не осталось. Почему на славянских территориях не находят стоянки древних людей? Мало находят. В Европе много и прочее. Наши мысли как? Может, потому что этот ледник был? А я сторонник того, что мы строили деревянное зодчество, мы не делали каких-то там, знаешь, не оставляли, и все это за нами. Стоянки старожитных людей, я, наверное, не здраво, по-моему, строили там. Цито сбивню мамонтов неких, цито... Ну, мы говорим уже о более таких промежутках вот после. Знаешь, Аркаим и прочие вещи. Раннее средневечье. Можно так назвать, да. Так, так, потому что все было дровляное. То есть, дровляное почему было? Менталитет нашего человека заключался в том, что после меня не должно оставаться мусора за мной. Классно. А куды подеть, например, ось уже зараз построены велизарные там промысловые могутности, заводы, транспорт, коммуникации. У вашем сусвете куда это все поденется? Просто зарасте травой? Оно умрет мгновенно, если не управлять. Понимаешь, есть такая вещь. Вот чем природа отличается от цивилизации? В природе все живет само по себе. Оно им не нужно, понимаешь, не нужно в лесу ходить, дерево там, удобрения подбрасывать, еще что-то. А в цивилизации, если ты хотя бы на секунду перестал уделять внимание чему-то, оно мгновенно деградировало, мгновенно. Бизнес-процессы, они не работают без руководителя, без управленцев, без руководителей на местах и прочее. Они мгновенно засыпаются, все перестает работать без управления. А любой завод перестает, как только ему не подбрасывают чего-то извне, он сразу умирает. Если мы, понимаешь, осознаем то, что нам завод по производству резиновых изделий, там, не знаю, машин, МАЗов, БелАЗов не нужен в принципе, потому что БелАЗ не нужен, мы им добываем руды какие-то, да? А зачем нам руды? Для того, чтобы делать айфоны там. Нам айфоны не нужны. То бок полная деконструкция индустриального громадства. Полная. В идеале вообще полная. Я зрозумею. Вот вы, как это хотите досягнуть? Я насколько могу сочить за вашей деятельностью? У вас переважно легальный путь. То есть вы берете там паперки, доказываете там каждому державной да. структуре, что она не існует. Из-за слабости своей. Пишите там скарги. То бок это вымушенный шлях. Это не принциповая ваша ось дорога. Да, из-за слабости. Это... Ага. Мы слабы в чем? Мы сегодня не готовы, смотри. До повстания. Нет, вообще об этом даже речи нет. А было бы не зачем нам повстание? Да? Смотри, я взял жену, взял детей, уехал на деревню, построил свои это, забрал вокруг друзей, и мы собрали и собрали. Так, я правильно разумею, что вы уникаете прямой конфронтации с уладой, вы все ж таки набираете путь такого эскапизма, лепей уникнуть конфронтации. Да, мы ведем, знаешь, левиафаном. Я бы как бы с точки зрения иногда хочется как бунтовать и революцию устроить, но с другой стороны, понимаешь, что те же люди, просто у них мозги промыты. Ну чем мент по сути отличается от тебя или от меня? Он 25 лет назад с тобой сидел за одной партой в школе. Он так само со своего боку аферах этой системы. Вот, я про это говорю, что все мы являемся заложниками системы. Ну, это, как понимаешь, это частности такие, которые государство уже в таком, знаешь, в агонии находится. Сегодня эта агония говорит о том, что оно умрет, вот-вот умрет. Эта смерть близка, она неминуема. То есть экономика уже угроблена полностью. Поменялась формация людей. Сегодня даже пенсионеры идут против Луки. Сегодня все как бы уже, знаешь, вскипело, но у нас в Беларуси толерантность такая. Пусть кто-нибудь сделает, я как бы посижу у телевизора, посмотрю, как это произойдет на площади. А сам я участвовать не хочу. Но пока ты бы пошел на площадь сам. А я хожу. Угу. Я устраивал митинг, когда это видел в Динарароле, когда нас там дубасили.
Я как бы, мы были организаторами митинга. Там вырубили свет. Хотя в целом ты за такие... А, ну так, у Гомеля, коли это были... 15 ноября, да, это было... То бок, в принципе, хотя стратегически вы за такие эскапизм, да. За обыход конфронтации. Это игра. Але тактично ты... Ну, это игра. Это нам прикольно было. Значит, это как сдать экзамен. Сдать экзамен первого класса. Тактично ты все-таки за удел у громадском житті. Я за удел в громадском житті в такого характера только за то, из-за того, что я хочу через протест. Если я просто людям буду говорить, люди, есть возможность ехать в деревню. Они на меня посмотрят и подумают, дурачок полный. Когда они видят протест, людей, понимаешь, это всколыхивает. А я хочу через эти протесты, чтобы люди немножко осознали, что, блин, почему я не там, почему я не помогаю. Понимаешь, все, что мы сейчас, о чем мы говорим с тобой, если глобально, проблема только в одном. Я не хочу тратить деньги на билеты. Вот и все. Что это значит? А мои дети сегодня старше уже подумывают, как валить из этой страны. Им не нравится. Они называют БРСМ, это бесплатная сила рабочей молодежи, там, знаешь, там, как бы нищая Беларусь они называют, мусоров они называют мусорами. Им всего там по 13-15 лет, и они хотят свалить со страны. Понимаешь, они там, вот с женой у меня дочка съездила в Париж недавно, она приехала и сказала, слушай, папа, я не хочу жить вот этой вот нищете, вот этой вот херне, которая называется РБ. Вот ты кажешь, что ты за дел в протестах, правильно? Это для вас, как сродок, раскачать людей на критичные мысли, правильно? Да, да. А же с протест у нас это звучно уже такая сфера для оппозиции, ихняя, как бы, делянка, где они працуют. Как у вас складывается отношение с политической оппозицией? Бо они все против режима, вы все против режима, вы можете не взаимодействовать? Смотри, на сегодняшний день, я вот честно, откровенно скажу, в Беларуси оппозиции я не знаю лично никого из оппозиции. Я не встречался на настоящей оппозиции. А у нас недавно встреча... Это ты особисто пробаш, а вот ваша суполка... Вот я говорю, что у нас недавно была встреча. А у нас есть Полесская 52, такой адрес в Гомеле, где собираются все оппозиционные партии, общаются, какие-то общие, там, не знаю, лозунги, там, какие-то действия придумывают. Ну и вот нас пригласили... узнав о нас, к 7 числу как раз это интеграция с Россией, они собрались в большой массовости, все партии, человек 50 было на этой встрече. Вот смотри, мы пришли на встречу, мы люди, которые мы их там не знаем как бы, ну лицом-то мы друг друга все в одном городе живем. И вот мы заходим, и первое, что у нас было, это такой наезд на нас с разговором, кто вы такие, вы зеленые. Я говорю, ребят, подождите, мы к вам вообще пока, мы просто пришли послушать. Выясняю. Вопрос он задает, сколько суток ты отсидел? Я говорю, в каком плане? Ты не сидел? О чем мы можем с тобой говорить? Вы зеленые. Мы 20 лет в этой теме, мы политики, а профессионалы. Можешь назвать? Ты знаешь, я пофамильно их не знаю. Ну ладно, окей, да. Что далее? И значит, вы зеленые, чего вы пришли тут со своими идеями, вообще-то рассказывать? Мы 20 лет в этой политике, мы 20 лет в этой фигне, и вы нас будете учить как... Мы говорим, мы вас ничему не учим, ребят. Вы пригласили нас, мы пытаемся высказать, как мы видим взаимоотношения. Вот говорю, давайте конкретизировать все. Что вы сделали за 20 лет? Вот вы говорите, вы профессионалы в политике, что вы изменили? Да благодаря нам третий декрет там исчез, да благодаря нам мы людей выгоняли. Я говорю, реально, по факту, если мы возьмем, вы ничего не изменили. Вы сегодня... Вот я сегодня вижу, что это такая, знаешь, ручная оппозиция. Это самая лучшая выгодная оппозиция для Лукашенко, которую можно только придумать. Которая полностью подконтрольная, okay, которая это полностью управляемая. Окей, а вы таким чином, я так разумею, хочется от нее максимально дистанцоваться. Мы сразу сказали, ребята, мы готовы сотрудничать. Вот личные, мы там, кстати, пару человек взяли у нас контакты, договорились о встречах, о том, что им были интересны мы, и они говорят, нам интересно как бы действительно движуха, если вы что-то будете действительно делать движового, настоящего, мы готовы примкнуть к нам, потому что мы здесь не видим движения, были такие люди. Но я о том, что говорю, что сегодня с той оппозицией, которую мы видели, мы не хотим сотрудничать в том плане, просто сходить на этот митинг, вот ты ходил 20 числа, 7 был митинг, я уверен, что этот митинг был просто, это лукашенский сценарий для того, чтобы Путину сказать, слушай. Ну ладно, зараз мы переходим уже в иншую теорию змовы, а ты скажи лепе, ці сустракалися вы сами с репрессиями? Я сустракаюсь с репрессиями каждый день, просто, если так уже говорить, то есть каждый день идет давление, то есть у меня отжали бизнес, у меня пытаются сейчас там в дом войти, отжали автомобили. Смотри, как только я выступил на встрече с Довгалой, это у нас главный идеолог по области был, и высказался ей свое мнение, интервью можете посмотреть, везде на YouTube оно есть, у нее интервью, а это запись этого, частично этого диалога.
Буквально через пару дней нам перекрыли кислород на протесте, нашем митинге, отключили свет везде, нас завезли и 7 часов держали в ментовке. То есть отбили, одному нас ребро чуть ли не сломали, там, ну вроде как нормально, второму там ногу, мне тоже по почкам там хорошо надавали. То есть, ну ребята просто как бы, знаешь, я вижу, что у ментов есть некая вот эта вот недовоплощенность в чем-то. У них как-то за эти годы, наверное, они любят людей бить. Им есть возможность, знаешь, такой животный инстинкт просыпается. Как вы будете с этим справляться? Смотри, я опять в вопросах, возвращаясь к энергетике, я чувствую во всем этом, у меня нет страха, вообще нету страха. Вот благодаря тому, что меня 2 года судили, финансовая милиция, Следственный комитет допросы проводил, там допросы были, первый допрос, ну ты тебе рассказывать не нужно, ты это все это проходил. Но для меня это было вообще ново. Первый допрос, 11 часов меня держали в кабинете, хороший мент, плохой мент, не давали ни есть, ни пить, ничего, и рассказывали о том, что ты больше не увидишь семью, там, больше не увидишь детей и прочее. То есть моральное давление. И вот благодаря этим 2 годам этих допросов постоянных, они выбили из меня весь страх. И я понимаю, что сегодня мусарня, все это гыбье, это люди, которые боятся больше меня там в 1000-кратно. Им есть что терять. Мне нечего терять. Я человек, и главное, что я почувствовал за собой силу рода своего. Понимаешь, я чувствую, что за мной стоит эгрегор, который реально нас направляет и который нас защищает от всего, который нас делает мощнее, сильнее. И я сегодня вижу, как те же мусора, те же как бы представители где-то судов и прочего сливают мне информацию в Телеграме. То есть просто так вот ни с того ни с сего. Я вижу в нем врага, грубо говоря, в кавычках врага. И он мне пишет: слушай, я хотел тебе вот слить эту информацию тут-то, тут-то. Как бы, то есть они внутренне все видят, что мы идем путем правды, путем как бы света, можно сказать. И мы действительно говорим о той истине, к которой нужно стремиться. А то, что им там втирают мозги, это какой-то бред, это что-то не соответствует реальности. И поэтому те репрессии внешние, которые проявляются, я говорю, что вот нас менты оттырили, завезли нас в ГАИ за, и мы с ними 2 часа общались. И в итоге мы расстались действительно такими, знаешь, не скажу, что друзьями, но очень лояльный подход, вот прям очень. Они прям все говорят одну фразу: слушай, чуваки, мы вообще за вас, ваши идеи супер, но это единственное место, где сегодня платят стабильную зарплату. И второй момент, я не вижу возможности, как мне дальше вообще, вот я уйду сейчас от ментовки, что мне делать? Выслуги нет там, ничего, куда? Яндекс.Такси, другого варианта нету. Все. Я сегодня утром ехал сюда в Минск, вызывал такси. Водителем таксиста оказался сотрудник АПИ. Я не знаю, может, он параллельно таксует и в АПИ работает, может, он ушел с АПИ. Но просто ситуация, мы несколько месяцев к нему ходили, и я ему рассказывал о том, что, чувак, кончится все плохо. Ты отсюда тебя выгонят, ты будешь водителем такси и прочее. И вот я сегодня сажусь в такси, и опачки! Это топичник, уже водитель такси, то, о чем мы говорили. Можно погодиться так, с тем, что на самом деле, когда все эти чиновники, менты пойдут у керовцы такси, пойдут на нормальные гражданские профессии, там от их корысти будет. Куди намного, более, чем конечно. Они на своих этих паразитичных посадах ничего не вытворяют, ничего не стараются. Перекладывание бумажек. Только контроль. Вот контроль и применение силы и гвалт. Это все, что там працовный на заводе, умовно кажучи, там створяет товар некий, да, там... масажист, ці там учитель, он створяє масажист, ці там наставник, он там створяє послугу некую корисну. В любом случае, продукт на выходе, да. Мы видим и чувствуем. Ну, нечто есть. А это створяє только контроль и гвалт, и больше ничего. Вчера картинку такую видел в Телеграме. Оберегайте рабочего. Если рабочего не останутся, останутся только контролирующие, проверяющие и прочее. Да. Другого нет. Ну что, на этой оптимистичной ноте, я думаю, мы можем... Да, все будет хорошо в итоге. Нехай нам усім допоможе наш эгрегор скинуть врешті этот режим. Я уверен, Коль, что буквально за полгода-год режим исчезнет в Беларуси. Вот я это чувствую внутренне, да. Интуитивно. Ну дай Бог, коли это так отбудется, нехай каждый заживе больше свободным життем. И вам дякую великий за увагу, дякую, что доглядели. Вот такие цікавый гость у нас сегодня был у студии. Можно с чем-то погоджаться, с чем-то не погоджаться. Критикуйте, я за здоровую критику. Так, я думаю, разбор такой эклектичной, своеобразной идеологии я, мусить, еще сделаю у наступных видео. А покуль остается только подякувать человеку, что открыл нам некую такую новую грань нашего громадско-политичного життя в Беларуси. И есть над чем подумать, что прокритиковать. І тому дякую вам великі ще раз за увагу. Усім добра і критичного мислення. Дякую. Всім щасливо. До встреч нових.